Я вот хотел спросить, Никита, вот у тебя памяти нет, ты это жалуешься, правда? А хотел бы ты, чтобы память у тебя развилась? Хотел бы. А когда на эту тему с тобой побеседовать лучше, до обеда или после обеда? Когда ты сытый или когда голодный? Ну, как вам удобнее будет? Я тебя спрашиваю, ты о моем удобстве не заботься. Я всегда готов. Ну, давайте до обеда. То есть еще на день откладываешь? Ну, до ужина. А почему не сейчас, когда мы пообедали? Даже дед Щукарь понимал, пришел когда к Нагульному, говорит, в партию хочу. А он его как попер, ну, видимо, и отматерил даже. Дед Щукарь вышел, говорит, надо было, говорит, после обеда, чтобы сытый он был. А так, смотри, Макарушка как разгневался. Ты еще до деда Щукаря не дорос? Давайте сейчас. Ну, вот вопрос другой. Ну, а как ты считаешь, как я буду развивать? Ну, есть способ. С какого конца? Ну, там, желудка там ограничивать меня. Ну, давай начнем с сегодняшнего дня. Вот. Если ты что-то не сделал, забыл. Ну, и по совести это ты должен это сделать. Повернуть назад и пробежать, и взять с собой. Допустим, мы пошли на работу, а тебе сказали взять с собой топор. Володя, пилу. Все пришли, весь инструмент есть, топора нет. Ой, я забыл. Ну вывод-то какой? Работа стоит. Поневоле напрашивается на то, что топор должен быть. И топор этот должен твоими руками быть принесен, а ты не принес. Правильно будет, если ты побежишь обратно и быстрее принесешь? Правильно. А обида твоя куда тогда пойдет? Тебе же это западло считаешь. Ну, там уже час пообижать, потом пройдет. Что такое? А обида это христианское дело? Нет, конечно. Абсолютно не христианское. Вот мы сейчас пошли на обед. Вот сейчас мы работаем на плотине. Вот четверо. Все у нас идет хорошо, как будто бы. Руганий нету. Ты подошел, говоришь, давайте помолимся. Прекрасно. Время идет. Я Сережу спрошу, как он работал? На какую оценку можно поставить ему? На себя поверни, чтобы видно было, кто ты такой. По пятибалльной? А? По пятибалльной шкале. Что он говорит? На тройку я бы поставил. На тройку. На первый раз. А ты как считаешь, он неправильно оценил тебя? Он первый день здесь. Первый день с тобой работает. И ставит тебе оценку и тройку. Согласен. Ну, усердие на четверку, но может качество на тройку. То есть так может быть. То есть ты сам оценил себя. Все равно балл один набросил. Ну да. Это неправильно. Оценивает работу твою напарник. Вы пилили в основном. Двуручной поперечной пилой. Сергей пилил. Я тебе говорил, не налегай. Вот, должно перпендикулярно волокнам идти. Я подсказывал? Да. Подсказывал. На следующее дерево гляжу, опять по диагонали пилите. То ли Сергей сам такой же, как ты, или забывает тебя, говорится, пощувать маленько. Вот я сейчас маленько приотстал от вас. Перед самым обедом. Пошли на обед, вы пошли, а я еще где-то был минут 10-15. Где я был? Ты вот так, как думаешь? Вы в пилу, возможно, точили. Абсолютно точно. Умница. Кот идет наш. Как важно идет. Обедать. Черт, Вита, приготовь ему-то рыбу, косточки. Котя серый. Серый идет. Да такой задумчивый. Он осторожно идет. Видал, как остановился? Потому что везде собаки, коты, все за ним гоняются. Ну и дальше. Ты копал яму. Яму, то есть траншею, нашли нору барсука этого... Бобра. Бобра. И ты копал, чтобы ее раскрыть-то. И сейчас Володе там нужно было что-то вытащить, где он в самом непосредственном пруду работает из воды-то. И ты брал, не посмотрел назад, в эту траншею рухнул. То есть забыл ты, да? Да, одной ногой. А дерево-то такое, у тебя попало в промежность твою. И тебя разодрало, что две штанины пополам.
Я тебе сказал, куда пойти, быстро зашить. Ты посчитал это, наверное, за шутку, да? Ну да. Я сказал, насколько быстрее надо делать. Сейчас я тебя спрашиваю, ты пришел вместе с ребятами, почему не зашил? Ты мне что ответил? Не было времени у меня. Не было времени. У меня вторая пара штанов есть, я отделал вторую пару. Сейчас я до этого дойду. Сколько тебе надо было раз ткнуть, продернуть это один раз, потом второй раз, третий раз, вот так вот ниткой захватить, две половинки штанин, это шесть, сколько раз примерно? Ну тут надолго, тут большой вот поворот. Ну сколько большой-то, большой? Не знаю, может минут на 7-10 может. Я не минуту спрашиваю, а сколько надо было раз проткнуть и вытянуть, это раз стежки называется. Этих стежков сколько надо было? Так, ну давай считай. И ты мог лишиться мужского достоинства. Такой сук прошел у тебя там, это просто чудо какое. Да это не сук порвал, у меня одна нога провалилась, другая сверху осталась, поэтому штанина разорвалась. Да ты туда дерево не попало? Нет. Ну это счастье твое. А то бы сегодня уже овдовела какая-нибудь. Ну ладно. Какая-нибудь на Украине там. Ну может, тут чего, может, 45-50? 50. Я пошел точить пилу. Правильно, большая поперечная пила. А сколько у пилы зубьев? Не знаю. А сколько дней ты уже пилил там, ну, и никогда не поинтересовался сколько? Нет. Я тебе развиваю память. Запомни, у поперечной пилы, которую мы пилим, ровно 70 зубьев. 70. Пополам, если забрать, то 35 с этой, 35 с той стороны. Ну, бывает 36 с одной стороны, но это не важно. 70. У нее 70 зубьев треугольником. Вот это треугольник, это значит сторона одна, вторая. Сколько всего сторон получается? 140. 140. Каждую сторону мне нужно чиркнуть напильником было 4 раза. Сколько раз я чиркнул? Вот так вот и держу. Здесь у меня большие верхонки лежат, чтобы облокотиться на это. Двумя руками. И вот так вот я начинаю. Не надо. Без подсказки. Сколько? 560. 560, а у тебя стежков сколько? 45. И 560, то есть больше, чем в 10 раз я успел это до обеда сделать. Кроме того, мне надо было пойти на поленницу, достать этот сделанный мной станок, пилу, которая закрепляет. Пойти достать напильники, выбрать какой, все старые напильники-то. Пойти стул принести, оказалось тут крысо заниженное. Я пошел в поленницу выбирать плоское бревнышко такое, полено, подложить под него, поднять станок. Это все в эти минуты, которые меня не было. Почему? Но я ее пилу сейчас наклонил. Нужно шарика будет быстро вести и пилу взять. Это сделаешь ты. Взять шарика и пилу? Шарика привез. Володя приехал сейчас, пилу привез. Быстренько шарика взял, чтобы он пробежался. Он привязанный-то. Шарик-то здесь же? Здесь. Здесь. Вот, он не будет здесь. Зачем он здесь? В степи. Ты его сейчас быстренько отцепишь, бегом туда прибежишь, берешь пилу и бегом на работу. Не забудешь? Никак? Пила на станке. Где пила? На станке-то лежит или как бы? Нигде. Дверь как открывать, заходить туда к нам, на веранду. И она прямо на дверь облокочилась. Хорошо. На крыльце. Понятно. Так, повтори, где пила? На крыльце. На двери. На дверь. Она на дверь вот так вот. Вот дверь, и она на крыльце, и на дверь накладенная. Поточенная. Я не стал больше точить ее, потому что зубья разные. И, ну и новое видно, чтобы... Если где-то в гвозди есть, даже близко не пилите. Может быть, внутри обломаны где-то. Ты запомнишь это? Да. То есть у тебя память будет развиваться на том, что ты начнешь угнетать сам себя. Другого способа нет. Я тебе сказал, вот это шалаш, покажи отсюда его, шалаш. Когда я еще говорю, ты быстро успеешь повернуться и гляди. Я говорю, вот там видно дверь, стекла. Каждый день ты их открывая, вечером, утром открывая, вечером закрывая. Я тебе говорю? Да. А ты? Ну-ка, иди сюда, вот это. Сережа. Я тебе говорил, а ты что? Ну, забыл-то сегодня. Нет. Ну, слово забыло, что? Нет, сегодня не забыл. Сегодня, ну, сегодня. Скажи, забыл, это что, награда какая-то или недостаток? Недостаток. Я тебе сказал, если ты еще забудешь, значит там сено есть, ты занесешь, постелишь, матрасик, и там ночевать будешь. Ты это понял? Да, я помню это. Понял. Вопросов никаких нету. Как забыл, так ночевать, на один раз.
На один раз. Я пришью тебе память. Вот дети каждый день платочек. Ты видишь, покажите платочек. Это я память развиваю сопливым. Так, ты, я тебе сейчас говорю, а ты говоришь, у меня вот там обувь развалилась. Я про это уже знаю неделю. Я тебе говорю, у меня два склада обуви. Любой размер, резиновые сапоги, кирзовые, ботинки, полуботинки, женские на высоком каблуке, бесплатно. Ты это знал? Ну, я тебе говорил. И на чердаке, и на складе. Говорил? Ну, да. Ну, да. Вчера, сегодня понедельник, вчера воскресенье. До этого сколько дней было? Почему ты ни разу, и был несколько раз, кино смотрел, почему ты не зашел и сказал, покажите, где обувь? Почему ты это не сделал? Вчера дождь пошел. Ливень-то. Ну и дождь что, по мозгам дождь? Размочил мозги и ты забыл, да? Ну, вы мне сказали самому вообще не ходить нигде, только с кем-то. Ну, был, когда кино-то смотрели с кем-то. Ты, еще тебе с кем-то? Мы сидели, ты кино, смотрели кино. А склад-то у меня рядом, прям мы сидели, он над нами. Второй этаж. И рядом склад, обувь. Причем тут дождь-то? В субботу дождя не было, из храма пришли. Да-да, сколько мы не работали. Ссылаться на то, что ты будешь делать что-то во время работы, не надо. Нет обуви, босиком иди. Босиком. Научись ее сам починять. И насколько это возможно. Ты сам починял обувь когда-нибудь? Клеил. Ну-ка иди сюда. Котя. Серый. Серый. Ну-ка. Ну давай. Держи. Серые косточки любит, да замечательный котик. Так, теперь я тебя прошу очень, и ты, Володя, это слушай. Ты, ребят, Сергея и Никиту полностью научи, что сам делаешь. Всему, на кухне, как ты там в болоте самую главную работу делаешь, как там рубишь. Это все им показываешь, чтобы они могли делать самостоятельно. Я вам показывал, как пилу тащить трудно. На ваших глазах это все делается. Видел сегодня, как поднимали мы тяжелое бревно, мы его как легко закатили. А почему? Приспособление. Я следил за веревками. Один конец веревки закрепил далеко, через всю дамбу. А за другой тяну, и она его как это... Этот конец-то уменьшается, она ее катит по себе, и все. И прямо как вылетело оттуда бревно-то. А мы не знали, как делать. Если бы это лежало там бревно, ну, ровно, без суков-то, без сучков-то, мы бы его выкатили, даже делать нечего. Видел у батюшки, какие там, вот такие, как вот, ну, как вот береза вот рядом стоит. Примерно такой огромный осина или тополь, и там матки сделанные, матисы называется-то. И мы же вручную все делали, у нас техники никакой нет. Значит, память твоя будет развиваться от этого. Садимся за стол, гляди. Ты каждому кладешь хлеб. Сегодня я сел, хлеба нет. Просто его нету. Не, ты накладывал, ты забыл. Никому не положила сегодня. Не. Если ты забыл, означает, ты остался без хлеба. Ты остался. Если забыл, да, хорошо. Забыл на людям ложить. Не себе. А другим, которые, с нас всего трое. Кому-либо из нас ты забыл положить, дежурный. Тебя назначают дежурство. И ты сразу же понимаешь, твой паёк утёк. Ты бери и переклади другому. Все, остался без хлеба. Понял? Ну, да, адекватное есть. Наказание сам. А я ничего не сказал. Не сказал, а ты сам себя накажи. Понял? Понял. Володя, тебе накажи, что еще он должен делать? Помаленько свали на него работу. Печку топить. Ну а ты как предлагаешь, как развивать память? Как я говорю, годится? Годится. Хорошо. Давай. И мы сейчас бегом, беги. Шарика точно привяжи, прицепи как надо. И шпаль на работу. И ты. А я за вами. А Володя убирает быстренько, раз он дежурный. Значит, надо пилить по борту, маленько пройти подальше. Где вы пилили, хорошо у вас получилось. А я буду ждать Андрюшу, если он придет. Здесь около Володи быть. Я шифер сейчас перерубаю пополам. Я зубилы принес. Получается у меня, Володя? Да.
молоток зубилом бью, и он там это все делает. Ну, а потом дальше уже, дальше и дети, где, которая воду упала, не вытащить, в сапогах пойти придется. Не в сапогах только я на берегу стою, я на берегу-то едва стою. Лихаим! У нас кто поели, чашку показать. Лихаим! По-еврейски. Все. Где у тебя что, какой недостаток зашить, ты придешь только после работы. Во время работы этого не делается. Зашить ты мог сейчас сразу. Если хочешь знать, ты мог идти дорогой и прямо на ходу зашивать штанину. Прямо на ходу. Проткнул, дернул, шагнул, опять иголкой, только не захвати кое-что. Не пришей. И опять вперед. Тебе рассказать, что мы на ходу делали, как, это когда ездили. Вот он, Сергей знает. На ходу в машину садились. Кто платит-то? Мы уже трогаемся с этой заправки-то. И кто там деньги-то получает сдачу? Мы видим, он идет уже. Мы трогаемся, он на ходу заскакивает в машину. Мы не минуты, а секунды берегли. И по милости Божией успели, успели, конечно, много. Мы ушли, пели очень много. Один год было. Так, вылазим. Давай. У тебя вывалилось все буквально, разорвал. Я сменяю штаны, это за меня. Все, все, ничего, там нас никто не видит. Ты просто иди так, как будто ничего нету. Господи, слава тебе. Благословенный Создатель, благодарим тебя. Хвала тебе за милости твои, оказанные нам. Дары нам добрую память. Видеть нуждающихся, подавать милостыню. Благослови болящих. Скорбящих, одиноких, покинутых, слепых и на операционном столе лежащих, плененных братьев наших. Окажи им помощь благовременную. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Христу. Ты у нас самый молодой, поэтому успевай быстро бегать. Значит, что дальше делать, Сергей? Все ему передавай и дуй туда. Я сразу еду. Поехал к этому, к Алёше узнать. Пилу! Пилу бери! Не забудь! Ну чё? Ой, сварна-то!